Здравствуйте. Детективы американского писателя Джеймса Паттерсона 19 раз занимали верхнюю строку по популярности. Но самыми популярными и самыми известными стали его детективы о судебном психологе Алексе Кроссе. Джеймс Паттерсон сам проводит рекламные кампании своих книг и разрабатывают обложки к ним. Ну, например, к одному из романов он подсоединил такой механизм, который взрывался через сутки после начала чтения. В романе «Мэри, Мэри» речь идет об серийных убийствах в Голливуде. Редактору газеты приходят письма от убийцы под псевдонимом Мэри Смит. Полиция и Алекс Кросс ищут и пытаются разгадать, кто же все-таки убийца, мужчина или женщина. События особенно стремительно развиваются в конце романа, и любителей триллеров ждет неожиданная развязка. Читайте сами, читайте с нами.